Ошибка по датчику хода иглы. Это у нас управляющая третья форсунка на моторе 2.5 TDI. Как ее проверить? Снимаем разъемчик и становимся сюда тестером. Тут должно быть 90-120 Ом в зависимости от температуры. На холодную около 90. Тем горячее форсунка, тем ближе к 120. Проверяем. Предел измерения 200 Ом. Обрыв цепи вообще никакого сопротивления не показывает. Так, у нас есть другая форсунка. Проверяем. Так, подключился 96 Ом. Ну вот, належала холодная, 96 Ом. То есть датчик хода иглы в этой форсунке исправен. То есть, что нужно делать? Либо поставить просто эту форсунку. Вот, вместо этой. Но у разных форсунок, у разных моторов разное давление. То есть, конечно же, нужно знать маркировку насоса, маркировку форсунки. И лучше, конечно, всего занести специалистам по форсункам, чтобы они поменяли датчик на лучшую форсунку и отрегулировали необходимое давление. А чтобы до нее добраться, необходимо ее снять. При этом надо снять клапанную крышку, соответственно, открутить гаечки и затем уже снять саму форсунку. Убрали воздушный фильтр, открутили обратки с форсунок, освободили гайки на форсунке и сейчас прямо снимаем, откручиваем гайки крепления клапанной крышек. Так, снял клапанную крышку и вот что мы видим. А видим мы распредвалы, которые уже B-серии. Был моторчик раньше АКН, а стал моторчик БДГ. Да, конечно же, приятно смотреть на такие распредвалы. Блеск. Никакого износа в помине и не видно. Извлекаем форсунку. Открутили две гаечки, которые крепят скобу. Вот, скобу снимаем. И сейчас необходимо форсунку достать. Крутить ее нельзя. Ее нужно доставать специальным съемником. Накручиваем гаечку на форсунку и просто ее вверх выбиваем, вытягиваем. Вот специальное приспособление, которое гайка, приваренная к трубке с кольцом. И обратный молоточек. И этой вот штукой сейчас мы просто-напросто вытянем форсунку из своего места. Забрал форсунку, ее отрегулировали, перекинули датчик хода иглы. Вот, и сейчас еще раз проверим. Сопротивление датчика хода иглы составляет 96 Ом на холодно, что в принципе очень даже хорошо соответствует. Ставим. При установке обязательно используем новую шайбочку под форсунку. Вот, чуть-чуть берем солидольчика, смазываем, чтобы она не выпала, и приклеиваем. Номер шайбочки 15926 по Фэби. Ставим форсунку на место вот этим вот выступом в паз. В головке вставляется очень легко. Вот там есть резиночка маленькая на форсунке, она должна встать на место. Оп. Все, и зажимаем скобой. Так, провод на свое место. Сюда положим герметика немножко и зажимаем скобой. Усилие зажатия гаечек скобы 10 ньютонов на метр. Ставим клапанную крышку, новую прокладку и используем резиночки от МАЗа, для того чтобы, которые одеваются на форсунке, для того чтобы не было подтеков, и сюда вот не использовать герметик. Усилие зажатия гаечек клапанной крышки 10 ньютонов на метр. Поставил на место трубки на форсунке высокого давления. Обратки подсоединил. Вот, и конечно лучше всего, конечно же, на обратке использовать новые шайбочки. Вот такие вот они маленькие. Номер 101-508. Для того, чтобы обратки не текли. Форсунка заменена. Установлена на место. Все где-то собрано. Вот ее фишка. Крепится возле топливного фильтра.
А тут должны быть такие кронштейны, конечно, которые все здесь поломаны, но ничего. Сейчас на хомутике закрепим. Вот, все работает, ошибку по датчику хода иглы больше не показывает, угол впрыска регулируется отлично. Все, всем спасибо и пока.